Приветствую вас. Коронавирус, дефолт, кризис. Что там еще у нас? Смотрите, у нас сегодня 14 марта 2020 года. А что это значит? Это значит, что сегодня суббота. И в 20:20 за киевским временем будет стрим. Вечер вопросов и ответов или краткие ответы на сложные вопросы. Вот про этот и коронавирус, и дефолт, и курс. Про что вас еще интересует? Ну, про все. Так что сегодня вечерком поговорим, ну, обо всем. То, что действительно существует. И ответим на этот ваш любимый вопрос. А как же пережить? Что же делать в условиях коронавируса, кризиса, дефолта и так дальше? Поговорим. Без проблем поговорим. Так что жду вас сегодня, 14 марта 2020 года, 20:20 на своем стриме. Обговорим самые интересующиеся вопросы. Ну, тем более считается карантин, значит, вы там по улицам бегать не должны. Или должны. Так что приходите. Но это сегодня. Завтра будет 15 марта. А что это значит? Это значит, что 20:00 за киевским временем будет лекция стрим. Вы даже не представляете, как долго я думал, какую же тему вам придумать, кто его знает, знаете. И решил сделать так. Ну, вы, наверное, помните, что была лекция «Как прогнозировать курс доллара». Помните. Я тогда там ночью рассказывал. А теперь предлагаю сделать лекцию номер 2. «Как прогнозировать курс доллара в условиях валютной паники». Тем более, что действительно могу показать все нюансы, нюансики. Кое-что вам напомнить. Рассказать, как действительно прогнозировать, ну, понятное дело, в Украине курс доллара в условиях валютной паники. Но это будет еще раз завтра, в воскресенье, 20:00 за киевское время. Ну а сегодня, сегодня вечер, вопросы и ответы. Так что приходите, то есть на мой телеканал, ну и поговорим и сегодня, и завтра, тем более вечер. После уставшего дня, после гульбиш, в условиях карантина. А почему бы не поговорить? Приходите, приходите. Жду.